Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас заказ Faberlic. Здесь в основном VIP-новинки седьмого каталога. В принципе, многое, что доступно было к заказу VIP, я практически все это взяла. Итак, давайте распаковывать. Первое, что покажу, в VIP-новинках были пакетики. Новые пакетики. Я взяла один. И что очень сильно удручает, не было вообще картинки. Вообще не было картинки. Вот раньше такого не было в прошлом приложении. Вот сейчас такой косяк, что на многие товары не было картинок, берешь вслепую. Вот такой пакетик, он, по-моему, самый маленький по размеру был. Смотрите, какой красивый. Faberlic by Eco. И тут еще весь пакет вот так выбит. Артикул его будет в седьмом каталоге 781-223. Красивый пакетик. Вот заказ кому-нибудь, кто с клиентами девочки работает. Смотрите, как мило, как красиво. И он достаточно вместительный. Здоровский. Вот взяла чисто на пробу посмотреть. Не знаю, какого цвета другие. Надо было каталог седьмой, может, глянуть, но уже не хотелось. Взяла одну пару носков, в таком вот оттенке тоже, как пакет. Красивый оттеночек. Это у нас с вами спортивные носочки. В спортивной коллекции в следующем каталоге выйдут. Артикул 820-643. Укороченные носки спорт. Вот я такие люблю, чтобы и скидов не торчали, да, и так далее. Кто-то мне писал из девчонок, что носки открываются так точно, девчонки. Здесь есть прорезь. А я отрезала прошлую упаковку. Ну да ладно. Коротенькие носочки, но достаточно глубокие. Смотрите, то есть если у вас кеды с таким вот большим вырезом, то их может быть видно. Размер взяла, чтобы и мне, и Ксюхе подошел, по-моему, да, 36-38. У меня 39-40 в основном, но мне вот эти носки тоже налезают вполне себе. Так, что у нас здесь из особенностей? В принципе, ничего. Силиконовой пятки, по-моему, нету. Я не ощущаю, да, силиконовой пятки нету. Обычные носочки достаточно плотненькие, хорошенькие такие. Вот одни в полоску, одни целиком, они целиком тоже. Вот такие зелененькие и другие совсем белые. Вот так. Ну, хорошие носочки, это всегда идет в ход, особенно вот беленькие, под белые кеды. Так, смотрите, будет еще один заказ по этому каталогу. Я что-то прям на три части в этот раз разбила. Мне так удобней. Я жду, может, какая распродажа еще интересная будет. По VIP-программе второй продукт взяла со скидкой 70%. Это патч 0948 One Week Miracle. Кто еще не забрал подарки по прошлому каталогу, я рекомендую брать вот эти патчи. Я от них вижу результат. От предыдущих патчей Океанум и Айсиул я особо результата не видела. И считаю, что они своих денег не стоят. Вот эти, да, вот эти классные. Несмотря на то, что они узкие, хотелось бы их пошире. Да, кто не видел, давайте я вам распакую, покажу. У меня уже баночка-то кончается, поэтому можно смело распаковывать предыдущее. Я не каждый день ими пользуюсь. Могу вот каждый день прям. Потом могу вот забыть, допустим, или некогда с утра и так далее. А потом опять могу каждый день. В общем, по-разному. Бывает, они так хорошо упакованы, приходят такие тяжеленькие, так открываются тяжело. Прям вообще. Коробочки, все солидно. И вот здесь я прям вижу эффект разглаживания, эффект напитанности. Вот тут мне нравится все, девчонки. Вот такая коробочка, пальцы поранила, обрезала. Лопаточка. И внутри они, смотрите, очень много жидкости. С этим вообще никаких проблем нет. И вот они разделены. И 30 штук лежит тут, 30 штук тут. Рядышком, видите, да? И на конце вот такая звездочка, которую я прикладываю на гусиные лапки, скажем так. То есть наружная сторона глаза вот хорошо ложится. Хотелось бы, конечно, чтобы они были пошире немножко. Можно было вот эту перекладину не делать и положить их, да. Ну, компания Faberlic вот такое новшество решила выпустить. Но за их эффект я прощаю как бы то, что они узкие. Так, поехали дальше. Так, что у нас тут? Новинки, по-моему, остались сплошные. Давайте потихонечку смотреть. Это у нас с вами шампунь эксперта, летняя линеечка. Смотрим, читаем. Два в одном. Шампунь, бальзам, защита от солнца. Тюбик на самом деле он более такой, знаете, бирюзовый. Почему-то камера его делает синим. Артикул 182. Буду мыть голову. И в одном из следующих роликов влог, может быть, расскажу. Кому интересный состав, сейчас посмотрим. УВ-фильтр здесь у нас есть и биотехнологический комплекс. Вообще шампунь эксперт. У меня кроме черного с углем очень дико чешется голова, поэтому на этот момент тоже обязательно протестирую и вам расскажу. Вот смотрите состав, кому интересно, можете нажать на паузу и почитать. Можете рассказать, что вы тут увидели интересного, написать в комментариях. Я думаю, будет интересно. Маленькая такая бутылочка, 150 мл. Так, дальше, мои хорошие, что взяла? А, это походный вариант кислородного бальзама. Смотрите, какой малышка.
У большого цена сейчас совсем не бюджетная, здесь 15 миллилитров. Для чего? От укусов, кстати, реально очень хорошо помогает. Вот реально от укусов, да, а насекомых, комаров, снимает зуд. Вот никаких нареканий в этом плане нет. Артикул у нас с вами, коробка вся блестит и бликует. 13,51. 6 месяцев скрыто у нас с вами он может быть. Кислородный бальзам. Многие девочки говорят, что прям при травмах каких-то, повреждениях и так далее. Вообще по-разному, по-всякому. Вот малышечка прям совсем можно применять. Здесь уникальный для доставки кислорода. Это все понятно. Увлажнять, шелушение, сухость, защитный барьер. Расскажите, девчонки, как вы его еще используете. Некоторые девочки писали, что очень хорошо под маски использовать. В принципе, да, приходит заслюдированный. Вот я сейчас свой порез, как раз таки, девчонки, и помажу. Посмотрим. Вот так вот будет. Сейчас борщ готовила и прям хорошо так резанула кусочек пальца. Вот, это вещь прикольная, вещь нужная. У меня большой флакон вот как раз сейчас заканчивается. Так, серия Store de Amore. Store de Amore. Две новиночки вот такие выходят. Это у нас с вами крем-уход для интимных зон. Малышка такая, хотя нет, здесь 50 мл. 28,87 артикул. Его состав тоже показываю, кому интересно. Правда, тут написано вот светло-серые буквы. Вообще, зачем не могли черные сделать? Ощущение комфорта, способствует нейтрализации неприятных запахов. Пребиотики у нас здесь с вами есть, это хорошо. Здоровый баланс микробиома кожи, подходит для ежедневного. О, обладает осветляющим эффектом. Слушайте, девчонки, о, смотрите, прям вот какой-то чудесный продукт. Он приходит, кстати, запаянный. Сейчас с вами потестируем одушку. И следующий продукт у нас с вами, это спрей вуаль для интимных зон. Я думаю, тут, в принципе, такие же функции: свежесть, увлажнение, уход, невесомый приятный аромат, пребиотики. Ага, и все вот так. Ну, не совсем такой богатый, да? 28,80 артикул, здесь 100 миллилитров. Сейчас посмотрим на душечку. Вот такой вот крем, светло-розовый, достаточно плотненький. На коже прям так тает. Обладает высветляющим эффектом, девчонки, на лицо. Приятная душка, как у всей линейки. Но больше, мне кажется, знаете, чем пахнет? Зимними лимитками Store de Amore. Вот мыло такое красивое было, помните? Какой-то парфюмерно-цветочный, в то же время вот искристого шампанского есть какая-то нотка. А вот этот вот спрей, он у нас с вами такой мутненький, видите, даже не видно дозатор внутри, он прям мутненький. Давайте потестируем его аромат. Такой же, абсолютно такой же, но приятный. Вы знаете, приятный, но вот я чувствую почему-то здесь такую вот искристую какую-то нотку, какого-то игристого винишка. Но в хорошем смысле слова, без спиртовой какой-то отдушечки. Так, дальше поехали. Из серии для ног я взяла только один продукт, потому что это перевыпуск Happy Step, и мне как бы, ну, не очень нравится эта серия. Слабая такая вот, средненькая, на ежедневный уход, в принципе, подойдет, тоже запечатанная. Я взяла от усталости ног, потому что этот вопрос именно актуален. От там сухости для ухода у меня всегда гладкие пяточки. 13,85 артикул, крем снятия усталости с ног. Расскажу потом, как на ногах себя поведет. Я не думаю, что сейчас на руках будет какой-то охлаждающий у нас с вами эффект. Совсем так не думаю, но посмотрим. Пахнет ментолом, вы знаете, немножко почему-то сабельником. А есть, нет, есть на руке охлаждение, есть хорошее охлаждение. Я его чувствую, прям вот хорошо чувствуется, хорошо, очень хорошо чувствуется, нравится. Так, дальше поехали. Бальзамчик новый выходит в линейке Ума 3+. Вот такой он красивый, очень сочный флакончик, смотрите. Это у нас детский бальзам со вкусом апельсина. И 3+, можно даже деткам, у меня от кислородного аж эта кровь пошла. 0,939 артикул. Хорошо, что вот на флакончике стали клеить. Так, сейчас посмотрим. Вот такой бальзамчик, апельсинчик у нас здесь с вами заявлен. Хороший, кстати, плотненький бальзам. Плотненький. Сейчас попробую на губы нанести. Немножко подтаивает на губах. И вкус, и запах апельсина. Больше вкус. Запах апельсина не присутствует практически. Прямо вообще одушка еле уловимая. Когда наносишь на губы, вкус апельсинчика есть. Не сладенького такого, а химозного, еле-еле уловимого. Он есть, но разглаживает губки хорошо.
Вот он такой плотненький, но слегка на губах подтаивает. И чувствуется прям, вот знаете, по типу, как вазелин наносишь. Приятненько. Сразу губки разгладились. Пока вот понравился. Отдам Ксюшке. Будет тестировать. Так, дальше мыло. С разными вкусами Витамани. Я не люблю твердое мыло, поэтому взяла только одну на пробу. Ух ты, ух ты. Это малышки, но у нас их здесь две. То есть 84 грамма. Каждый кусочек по 42 грамма. Вот такие они маленькие. Взяла свой любимый аромат Витамани. Это манго и папайя. Давайте скорее откроем. Состав я вам не покажу, потому что здесь, ну, безумно мелко. Давайте откроем и потестируем. Так, и артикул найдем с вами. Попробуем найти, по крайней мере. Пока нигде не вижу. Вот он спрятался. 28,69. Открываем. И что мы здесь видим? На подарочек... О, смотрите, вот здесь такие вот они изогнутые с этой стороны кусочки. Как телефонная трубка раньше, да? И они два разных аромата здесь. Вот так написано. Файберлик. Малыши-малыши прям. Так, розовенький. Слушайте, розовый манго, а желтый, походу, папайя. А, и розовый ярко пахнет, а желтый вот прям принюхиваюсь и не могу ничего понять. Желтый еле-еле, а розовый прям яркая тушка. Прям яркая. Хотя манго с папайей, они похожи по аромату. Может быть, и этот папайя. В общем, желтый почти не пахнет. А здесь достаточно такая яркая тушка, приятная действительно. Или манго, или папайя, или манго с папайей вместе. Ну, так что они отличаются. Интересно очень. Так, погнали дальше, что у нас. В линейке Омега Хит выходит тоник. Вот такой. У нас артикул его 67-40. Мне вообще серия понравилась. Хорошая такая базовая серия уходовая. Недорогая, нормальная. Тоник малышка здесь 100 мл. Дозатор обычный, достаточно удобный. Что-то не открывается. Цвет такой желтоватый. Аромат. Ой, приятный какой аромат. Даже чуть поприятнее, чем у кремов. Такой свежести, легкой, с зеленушечкой какой-то. Очень приятный аромат. Будем пробовать. У нас с вами он тонизирует кожу, дарит ощущение комфорта и свежести, подготавливает к дальнейшим этапам ухода. Вот если он будет такой же классный, как умывашка, которая умывает до скрипа, и не перегружать кожу на лето, прям будет очень хорошечно и великолепно. Потестирую, расскажу. Еще вот такой вот лак взяла. Из девчонок мне кто-то его посоветовал. У меня такое ощущение, что он у меня уже был. Мне кажется, у меня такой есть. 77-61. Он немножко... Не, у меня другой, мне кажется. Очень светленький, такой нежненький. И здесь мелкий шиммер. И здесь прям мелкий шиммер. Сейчас буду делать маникюр, вот его и нанесу. Мне кажется, у меня такой уже есть, девчонки, его взяла. Но он на картинке по-другому выглядел. Я думала, немножко другой будет оттеночек. Сейчас посмотрю свои лаки, есть или не есть. Прям даже не знаю. Сделаю маникюр тогда и в Дзене ролик сниму, выложу. Вот и весь заказ такой небольшой из VIP-новинок. Набрала много чего. В основном у нас там много перевыпусков. А так новинок будет много. Просто они многие пока недоступны к заказу VIP-ом. Так, по купонам. Купончики тут, конечно, вложили. По купонам в прошлом видеообзоре заказов Фаберлик подробно рассказывала, как их применять, где их искать потом и так далее. Кто не видел, посмотрите. Надеюсь, ролик был вам полезен и интересен. Ссылка для регистрации Фаберлик всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь, буду вам помогать. Ну и на этом все. Всех люблю, целую, всем пока-пока.